В столицу на престижный турнир съехалось около 400 гимнасток со всей России. Не обошли стороной эти состязания и нижнекамские спортсменки. Честь нашего города отставили представительницы спортклуба «Нефтехимик». Нас ежегодно приглашают туда, отмечают детей, приглашают на сборы. Главный тренер там Екатерина Сиротина, правая рука Ирина Винер, которых детей замечает, потом где-то отбирает. На постановщиком является Екатерина Сиротина. Показать себя в Москву поехали 15 нижнекамок, каждая из которых готовила программу задолго до начала соревнований. Лучший результат продемонстрировала Ариана Кузнецова. Она стала 7-й из 30 участниц. Там были девочки из Москвы, из Казани, потом еще... Тебе все понравилось? Да. А сложно было выступать? Нет. А почему ты не боялась совсем? Нет. Остальные спортсменки, представлявшие наш город, расположились в первой половине итоговых протоколов среди 80 участниц. Есть над чем работать на самом деле. Кем-то довольны, кем-то нет. Кто-то не может собираться на соревнованиях. Если на тренировках работает там, но на соревнованиях ее все трясет, и она говорит, я не могу, я боюсь, я устала. И взают силы свои, и уходят, и ничего не делают. На игрушки и отдых у девочек попросту нет времени. Впереди многочасовые ежедневные тренировки. Буквально через месяц наши гимнастки отправятся на еще один турнир, который пройдет в Йошкар-Оле. Вадим Струминский, Евгений Лызаев, Новости НТР.